Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Повышение налога не коснется грузового и пассажирского транспорта. В Министерстве финансов Кировской области поясняют, что оно затронет только 6% владельцев легковых автомобилей. Если законопроект, предложенный губернатором Игорем Васильевым, будет принят, за машины мощностью от 150 до 200 лошадиных сил вместо 44 рублей за одну силу нужно будет платить 50. Для машин мощностью 200-250 лошадей ставка поднимется с 60 до 75 рублей, для более мощных со 120 до 150. Повышение также затронет владельцев мотоциклов и мотороллеров. Это должно принести региональной казне до 50 миллионов рублей в год. Предполагается, что повышенный налог граждане заплатят в 2019 году за 2018. Ставки налога не менялись с 2011 года. Сейчас они одни из самых низких в Приволжском округе, отмечают в Минфине. Повышение не слишком изменит эту ситуацию, заявляют чиновники. Его объясняют необходимостью выполнить требования федерального Минфина по повышению доходов бюджета, увеличить размер дорожного фонда, из которого финансируется содержание дорог. Программа «Экономика». Инвестиционная активность в Кирове не изменится, она останется стабильной, так считают в городской администрации. Там составили прогноз социально-экономического развития города до 2020 года. В этот период крупнейшие городские предприятия планируют к реализации целый ряд инвестиционных проектов, считают чиновники. Так, Кировский молочный комбинат продолжит модернизацию производства. Запланировано строительство производственного комплекса по переработке 100 тонн молока в сутки собственными очистными сооружениями. Вятский фанерный комбинат продолжит строить завод по производству фанеры. Кировский шинный завод, производственный комплекс «Киров Тайр», предусматривает инвестиции в новое оборудование на заводах «Лепси» и «АЦМ». Продолжится модернизация. Значительные инвестиции в развитие планируют «Авитек», «Т-Плюс» и «КТК». Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Правила работы для бизнеса продолжают меняться. В этом году многим пришлось установить онлайн-кассы. Банки начали блокировать счета компаний из-за проблем с налоговой. Появились другие изменения в законах. Разобраться с появившимися рисками, узнать, чего ждать в 2018 году, помогут семинары по защите бизнеса. Они пройдут 1 и 6 декабря, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Зачем руководителю идти на семинар с командой? Главным бухгалтером, финансовым директором. Вы понимаете, что еще год назад работалось легче, чем сегодня. Вы чувствуете, что давление со стороны контролирующих органов увеличилось. Вы хотите увеличить контроль над своими финансами. Вы хотите получать от бухгалтерии оперативную, достоверную и понятную информацию. Вам трудно найти точки взаимодействия с налоговыми органами? Приходите на наш семинар. Мы вам предоставим всю информацию. Подробности и форма для регистрации участников в группе «Бухгалтер и я» во ВКонтакте или по телефону 46 42 81. Экономика. И о валютах. Доллар на сегодня 59.46, курс евро 69 рублей 82 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.